кажется, у нас будет стрим, вторая часть. Собирайтесь, ребят. Ну что? Все готовы? Поверить, если стрим, мне кажется, он должен появиться. Секундочку. Да, что-то идет, смотрите. Нормас. У нас сегодня с вами лекция не только про STDLib, который я вам задолжал, но основная тема лекции у нас сегодня была про метапрограммирование. И вообще там ребята писали у нас в чатике, что типа вообще лучшая лекция по программированию, потому что типа ребят не используйте его вообще никогда в жизни и уйти. Вот. Собственно говоря, 30 секунд мне хватит, чтобы вам объяснить, что это такое. Но, конечно же, нет. Я думаю, я считаю, что вы должны знать, что это такое, как это использовать, зачем, почему, куда, как это произошло. Кто-нибудь вообще мне скажет, что такое метапрограммирование в его понимании? Окей, еще говорить. Окей, то же самое? Наверное, все-таки... Где так люди говорят? Киньте мне что-нибудь тяжелое. Ничего страшного, я же могу кинуть. Легко. Смотрите, метапрограммирование — такая история действительно про то, чтобы выполнять ваш как бы, код и писать ваш код в режиме рантайма. Вот. В принципе, это стало возможным с развитием таких языков под названием скриптовых языков, да, то есть те, которые много кода выполняют в рантайме, нежели там, которые у вас компилируются, как-то анализируются и так далее. Потому что если вы до этого использовали там, различные C++ истории, то там это гораздо сложнее сделать, и там это называется рефлексией, да? Кто-нибудь знает, что такое рефлексия используется в универе, там, на C-Sharp, на Java? На плюсах точно нет, такого, по-моему, нету даже. Вот. Поэтому то, что вы говорите здесь, наверное, все правда. Это код, который пишет сам себя, это способы как-то код там, как-то манипулировать во время выполнения и прочее, прочее. Ребят, ребят. Вот там есть куча места, огромное, 500 квадратов здесь. Вот вы сидите прям очень недалеко от меня, я думаю, кто говорит? Вы. Нет. Я видел твой рот, он открывался. И вряд ли ты открывал его просто так. Вот, поэтому если поговорите, вы просто чуть дальше, хорошо? Спасибо. Так вот, в чем история? История в том, что реально именно с точки зрения там, какого-то там понятности этого кода, когда вы его считаете или смотрите на него, то очень тяжело как бы часто понимать, что происходит, да, то есть бывали, есть очень классная история про метапрограммирование, я не помню, кто мне ее рассказал, но какой-то парень, он устроился работать в какую-то компанию, вот, и у него была ошибка, что-то типа в стиле там, не найден метод там типа ABC в каком классе, и он говорит, чувак, слушай, ну вот какая-то ошибка возникает, ты можешь вот типа разобраться, иди вот эти задачи, иди разберись, вот, и человек искал 2 месяца этот класс в своей системе, не нашел и уволился, ну потому что типа как бы как можно 2 месяца искать класс в программе и не найти, вот, и дело в том, что этот класс реально оставался где-то на лету, там что-то происходило, какая-то магия, они там как-то его генерировали, вот, и как бы система была огромная, там 10 лет разработки и не нашли. Вот. И поэтому как бы, в какой-то момент времени в Ruby в рельсах было очень много кода, где типа, люди там
писали много какого-то класса, какого-то метапрограммирования, использовали какие-то такие странные непонятные магии, вот, но во-первых, а, это очень тяжело поддерживать, понимать, читать, как бы дебажить, и б, чаще всего это работает сильно медленнее, чем обычный код, который вы написали. Прям вот даже если вы напишете самый тупой код, который вот возможно здесь сделать, он все равно будет быстрее, чем какой-нибудь там очень хитрый способ это все сделать, потому что это требует больших ресурсов с точки зрения интерпретатора программ. Но при этом как бы именно владеть техникой и понимать ее, это имеет смысл, потому что часто вы можете использовать какие-то там штучечки из метапрограммирования, аккуратненько его применить, чтобы там что-то подебажить, что-то там похачить, что-то разобрать. Ну, что-то в таком стиле, да? Поэтому сегодня будем с вами поговорить про это. В принципе, если говорить вот прям супер... супер на лету, да, что такое метапрограммирование в целом, как вы говорили правильно, это выполнение кода на лету. И, допустим, вот у вас есть какой-то код, да, это код, который, на самом деле, не код, а строка. Вот, и этот код делает puts 1, 2, 3, это строка, понимаете. Вы там можете сделать код плюс равно точка запятой а равно 2 puts a, просто передаю из другой строки эту строку, puts a, вот. Ну, естественно, это потом сделать, вывести с помощью, исполнить с помощью eval, и у вас вот этот код выполняется, да? Это вот самое базовое, то, что можно придумать, то есть, в принципе, на этом eval, в каком-то виде все основано, то есть вы берете строку, то есть код как строку, да, и можете его выполнять в ходе выполнения своей программы. Понятная идея. Вот. И там есть много разных evalов, есть там типа класс eval, есть instance eval, то есть вы можете выполнять эти eval в различных контекстах и прочее-прочее, вот, но у Ruby как бы это, как бы, в принципе, eval, я думаю, вам знакомая штука, да? То есть ты видел в этой жизни eval свои до этого? Ну, где-то в разных языках программирования eval есть, там в JavaScript есть eval, в Python есть eval, прочее-прочее, но в Ruby они пошли чуть дальше и сделали большое количество различных там надстроек над этими евалами и над прочими всеми историями. Давайте мы с вами, чтобы долго не ходить, разберем интересную задачу, которую я один раз решал, чтобы применить метапрограммирование. У меня в универе был такой предмет, где мы перемножали матрицы. Вот. Прям целый семестр мы реально перемножали матрицы. Вот. Причем мы это делали вначале просто обычным перемножением, потом типа пытались сортировать их в памяти, потом пытались вырезать кэш процессора, потом пытались сделать это типа на GPU, потом пытались сделать это на распределенной системе серверов. Там прям целый семестр, типа вот просто вы целый семестр перемножаете матрицы. Вот. Ну, потому что матрица перемножения довольно такая операция тяжелая, если там сделать большие матрицы, да. Вот. Это можно типа делать по-разному. И в частности, в этой задаче перемножения матриц, как бы одна из первых задач была, можно ли как-то использовать, там, можно ли придумать такую другую математику, там, использовать какие-то другие подходы перемножения матриц, чтобы у вас количество операций, а именно умножение и сложение, как бы оно уменьшалось, да? Собственно говоря, вы можете ли сделать так, чтобы там как-то какую-то странную переменную стать, потом что-то еще сделать в округе. И вам нужно было в алгоритме все время считать, сколько у вас есть умножений и сложений. Вот. Это вот прям код, очень старый код мой, который написан был лет 7, 8, 10 назад, да, лет 8 назад, на C, который перемножает матрицы. Сейчас покажу. То есть ничего сложного. Функция создания матрицы, которая создает, на самом деле, два массив. Ну, то есть MO сейчас массив, в нем еще идет MO сейчас другой массив. Вот, и у вас получается двухмерный массив, который потом еще заполняется случайными числами, которые там вот int random до 100, от 1, от 0 до 100. Вот. Тут все довольно понятно. Потом есть функция compute, которая у вас матрица перемножала. Вот, соответственно, это вот та самая штука, где вы идете по каждой матрице согласно там height, width, и потом, я уже не помню, как там одно, как она называется, одна с первой строки, с первого одна идет по строкам, другая идет по этим, по столбам, и вот так вот идете на встречу и перемножаете их. Правильно? Я ничего не путаю, да? Что это такое? Короче, какой-то такой алгоритм перемножения матрицы. Потом вы это все дело записываете в результирующую матрицу и выводите здесь какое количество, типа, ads и mus он был. Заметьте, что мы в данном случае мы просто перевели счетчик, типа, сложение и умножение, да? То есть вы брали, знали, что здесь у вас идет сложение,
Вы такие, так, здесь у меня сложение, поэтому счетчик сложения увеличиваю на 1. Тут у меня есть умножение, я увеличиваю счетчик умножения на 1. Вот. Проблема звучит в том, что если вы где-нибудь забыли, там чуть более сложным алгоритмом забыли посчитать счетчик, то вы такие, типа, ну, вроде бы это, типа, более меньше умножение или сложение, но непонятно. То есть вам приходилось это все делать вручную. Вот, давайте проверим, что это все работает, если говоря. У меня тут есть где-то даже makefile, который компилирует эту историю. Не там, наверное, в метапрограммировании. Вот, смотрите, у нас есть вот при умножении матриц, которые, вот видите, у нас есть 64 тысячи сложений и умножений, да? Все потому, что у вас матрицы размером 40 на 40, если мы сделаем матрицу 400 на 400, будет немножечко больше сложений и умножений, типа чуть-чуть, в несколько раз. 10 тысяч, да? Что-то такое. Вот. У меня есть точно такой же код, написанный на Ruby, который вот здесь вот написан матрица приумножения. Чуть меньше кода, примерно раз в 5. Ладно, меньше, да? Сколько здесь было кода? В C-шном коде было 66 точек кода, в Ruby было типа 16. Вот, то же самая история, то есть у вас есть матрица 40 на 40, вы выделяете матрицы, я не использую здесь матрицы как класс, который вы видели до этого, использую здесь обычные массивы, вот, выделяете матрицы, типа заполняете случайными числами, и потом их перемножаете вот здесь так вот странно и хитро, ну, естественно, вы точно, как бы, мы можем сделать то же самое, что у нас было до этого, мы можем сделать mus и sums, допустим, и здесь тоже вот все прибавить, плюс равно 1, sums, плюс равно 1. И потом вывести mus, sums. 64 тысячи, если увеличим на 100, то получится очень много, как и до этого. Работать будет, конечно, сильно дольше. Давай. Да, вот. Все окей. Ну, мы же знаем, что в Ruby мы можем сделать все, что угодно, да? Знаете такую историю. Вот. И когда я работал над этой задачей, у меня была классная, интересная идея. А почему бы нам не сделать такой плюс в Ruby, то есть вот плюс на числе, который бы не только сделал плюс, но еще делал то, что он считал бы, сколько раз его вызвали. Понимаете идею? Вот. И тут мы переходим к нескольким техникам, которые в принципе, Ruby есть, которые нам помогают это сделать. Техника номер один называется monkey patching. Вот, кто знает, что это такое? Давай. Когда мы к стандартным классам дописываем элементы. Все верно. На самом деле, ни в одном языке программирования, по-моему, такое сделать невозможно. Ну, или там, типа, ни в одном популярном, да, когда вы можете взять что-нибудь, типа, класс integer базовый, да, открыть с него, когда что у меня будет метод, не знаю, давайте сделаем, ладно, define метод, там такой полегче. А, подожди, может быть, даже так работает. В плюс, да, и в плюс у меня, на самом деле, будет принимать какое количество аргументов. И я могу сделать 1, 2, 3, и все, и вернуть 42. Вот, и как бы, ну, оно работает. Видите, когда оно вызывает плюс, оно пишет вам на экран 123, и вообще 42. Вот, и там из смешного, да, вы можете потом взять и сделать, выведи мне, пожалуйста, 1 плюс 1, и у вас будет всегда 42. Вот. Это такая очень опасная техника, потому что вы действительно как бы достаточно всесильны в этом плане, вы можете взять любой, там, изменить любое поведение любой библиотеки, вот. Но при этом вот, любой там, джуниор на проекте может сломать все нахрен. То есть он где-нибудь ставит в левел кейс, где-нибудь, знаешь, код, который там возвращает в плюсе 42, и все. Да, если вы это прозевали, то вы это в проекте будете очень долго искать. Вот, поэтому, как это говорилось в «Звездных войнах»? With a great power becomes great responsibility, да, то есть большой силой вам приходит большая ответственность. Поэтому будьте аккуратны с этими историями, но если использовать их грамотно, можно придумать прикольную штуку. Например, смотрите, вот у нас есть класс integer, да, который мы, ну вообще у нас есть класс fixNum, возвращаясь к нашей задаче. Вот, fixNum. Это базовый класс от integer. Вот, и мы хотим здесь чтобы мы считали количество плюсов, которые мы здесь делаем, да?
Вот. И давайте потом как мы это можем сделать. Мы можем, ну, то есть логично, что в плюсе мы будем делать, мы сделаем какую-нибудь переменную, назовем ее там, допустим, сам. Она будет глобальная, чтобы вообще не париться. Что ты говоришь? Какую переменную? Можно, я сделаю глобально, чтобы не париться, хорошо? Прям сильно легче, чтобы никогда так не делайте, но типа я сделаю так. Вот. Ну и технически можем здесь сделать sum плюс равно 1, да? Вот. И потом что делать? И говорить типа self плюс, там, наверное, это будет arg, будет два аргумента. Arg. Да? Ну, логично? Нет. Почему? Это хорошее, это мы должны чисто понять. Ну вообще логично, то есть типа мы должны типа увеличить на плюс один, а потом сделать сумму. Конечно, во-первых, тупо будет, потому что оно будет вызывать само себя и все упадет. То есть видите, потому что мы вызываем плюс, здесь добавляем плюс, вызываем само себя, вызываем плюс и так далее. Поэтому надо делать что-то такое, чтобы нам как-то это сделало, как бы, ну, как бы помогло. Вот. И вот, вот тут вообще есть такая очень взрывающая мозг история. В Ruby есть такая штука под названием alias метод. Если вы когда-нибудь смотрели, допустим, какой-нибудь массив, да, который был. Сейчас посмотрим. Ruby Array. Вот. В Ruby Array есть много различных методов, которые называются примерно одинаково. Допустим, есть метод select, да, который выбирает, вы знаете, выбирает, если true какие-то значения. А еще есть метод фильтр. Фильтр. Уже нету? Фильтр. Нету уже фильтра. Должен быть Ruby Array фильтр. А, есть, ну, естественно, есть там, есть, давай даже более тупо, есть map, да, который там ставит ответственность, а есть collect. Вот, и collect — это точно такой же map, только collect. Вот. Долгое время уходили споры, как бы это была одна из концепций Ruby, что в принципе можете сделать там такие же вещи одними и теми же способами, да, то есть у вас есть map, есть collect. Вот потом все сказали, что это полная херня, потому что очень непонятно, что вы там типа имеете в виду, и поэтому в стайл-гайдах сейчас обычно там из 2-3 методов, существующих в Ruby, обычно все выбрали уже один, его используют. Раньше это было немножко, ну, то есть безумно, потому что типа, ну, было тяжело понять, что вы хотите иметь в виду. Вот, поэтому это все используется, все это реализуется через такую штуку, мы называем alias метод. Это способ делать такие же, то есть это сделать алиасы, то есть делать синонимы на ваши методы, да? Ну, alias метод — есть такое очень странное свойство, вот, которое, про которое вы не знаете. Оно на самом деле мало того, что делает, как бы, ну, то есть синоним к этому методу, он сам копирует этот метод как бы, ну, внутри себя. То есть он берет, копирует и просто переименовывает его. Поэтому если мы возьмем здесь копируем метод плюс в плюс, то вызывая у числа метод плюс, вот, плюс один, оно будет делать тот плюс, который у нас был, только до определения. Поняли идею, да? Окей. Смотри, он define метод плюс for new class. 22 число, а потом for new class. Почему? Потому что 22 это что? Сейчас посмотрим, что мы тут, где мы тут налажали. Вроде все хорошо. Undefined метод плюс for new class. Метод. А где у нас налажалось? 19, 22 строка. 19. 22 строка, up to whites минус 1 плюс метод. Я могу, конечно, ошибаться. Странно, у меня почему-то здесь написано в моей подсказке, что мы, вот мы так все время делаем. Define метод плюс do arg. Я не уверен, что это как-то что-то поможет нам. Давайте попробуем. Тут, конечно, у меня есть еще одна ошибка. Давайте попробуем, сделаем пока вот так вот. А, подождите, еще я туплю. Self плюс. Нет, все хорошо. Еще даже так вот. А если так вот вернуть, 42. Все работает. Self. Ладно, есть такой небольшой хак. Почему-то я думаю, что он сработает.
Тоже инструментальный фрагмент плюс фонил класс. Куми вообще Руби, интересно. Руби минус В. 2.4.2. Старенький. Фикс нам. Какие у вас варианты, почему это не работает? Может быть, потому... А, подожди. А, подождите, а по-моему, аляс метод отменили, да? Или есть, давайте почитаем. По-моему, в Ruby каком-то отменили аляс метод, сделали что-то еще. Я могу ошибаться. По-моему, это что-то такое случилось. Потому что есть Ruby аляс просто. Класс, что-то ничего не работает, так офигенно. Есть алиас метод, все хорошо, а есть же алиас. И алиас, все время был алиас, алиас description, алиас метод. Ну ладно, есть, короче, есть странная история, есть алиас, который вроде делает то же самое, только он делает, работает примерно вот так. Еще, может быть, фикс нам убрали. Undefined метод плюсов и new class на 23 строке. На 23 строке нету плюса. 23. 25. А, я переменную убрал. Вы сидите, молчите. Все хорошо. Возвращаемся обратно. Так, здесь убрали. Здесь все вернули. Здесь все вернули. Сделали сум равно сум плюс 1. Здесь сделали плюс арк. Здесь сделали def плюс арк. Все красиво, да? Давайте матрицу немножко уменьшим, то будем все время долго ждать. 40 на 40 нам подойдет. Undefined variable метод mus. Mus это где? Mus нету. Тут у нас sums. Вот такая история. Sums. Сум, похер. 64 тысячи, видите, красота. Вот. Собственно, вот и все. То есть, в принципе, как бы можно тоже сделать с умножениями, аналогично до этому, да. Но деньги, как бы, в принципе, поняли. Здесь стоит в том, чтобы, что вы как бы можете сохранить метод, который вы уже до этого вызвали, немножко его переобразовать и как бы типа сделать такую прикольную историю. Где это еще может быть полезно? Допустим, это может быть полезно там, где у вас, допустим, представьте, что у вас есть какая-нибудь странная библиотека, да, какая-нибудь, типа, где вы там, не знаю, поставили, которая общается с каким-нибудь API какого-нибудь странного приложения, допустим, Фейсбука. Вот. И в этой библиотеке ребята заработают request, возможно, они это примут там, и так далее. Но вы понимаете, что это достаточно долгая такая история, то есть это типа можно занять там час-два. А прикиньте, что вы обнаружили ошибку прямо в час, у вас там прям production говорит, и все очень плохо. В этом можно сделать вообще, сделали ошибку. Ну вот типа вот прямо вообще. Вот. И в этом случае у вас есть два варианта как бы развития событий. Первый вариант, вы можете типа пойти на GitHub, форкнуть, там, типа, на эти, там, типа, поправить, поставить свой гем через из GitHub и прочее, прочее. Очень странная штука, вы можете взять вот этот метод, там, заманкипачить его у себя в приложении, когда, типа, так, вот в этом классе у нас будет, там, чуть-чуть по-другому поведение изменится, а потом уже со временем, там, это все исправить, починить, сделать красиво, отправить pull request, починить багу. Вот. Это такой один из механизмов, где вы реально можете починить багу в чужом гейме, в чужой библиотеке, просто вот out of таком скопа. Понимаете идею, да? Крутяк. Есть еще одна интересная такая история. Она больше связана с тем, что в Ruby можно все. Тоже такая очень забавная. Знаете, что вот у вас есть класс, да? Вот, у вас есть типа публичные методы, которых, типа, которые все знают и все видят снаружи, да? И есть приватные методы. Вот, который, типа, никто не знает, ничего никто не видит. Вот. Ну и логично, что, типа, если вы делаете rubyc new.work, да, то как бы все работает хорошо, а если вы делаете, пытаетесь вызывать, давайте сделаем. Work. Все хорошо, а если вы пытаетесь вызвать приватный метод, что происходит?
Что происходит? Ошибка, все верно, да. Происходит ошибка, когда говорит, приватный метод не может быть вызван типа для этого класса. И так вроде как бы работает ОП, так вроде как бы нам завещали праотцы. Да? Проблема в том, что Ruby это не работает, потому что у вас всегда есть способ вызвать приватный метод. Есть такая штука под названием send, вот, который, это такой специальный метод, которому дается название метода, и он его вызывает. Вот. Есть чуть-чуть более защищенная версия этого send, называется вот так вот, тоже send, и он тоже его вызывает. Короче, прикол в том, что в Ruby вы можете вызвать любой приватный и любой протектор метод, в принципе, без зазрения совести. Так делать, конечно же, не стоит, вот, но если очень хочется, это можно сделать. Классическая ошибка, которая у вас есть, которую вы допускаете использовать send, это когда вы пишете тесты. Люди обычно часто пишут тесты, типа, вот у нас есть там публичный и приватный метод, там, потом им типа хочется потестировать приватный метод, и они такие, а, сейчас я типа в тестах напишу send приватный метод, его потестирую, еще он вернул. Запомните, это неправильно. Если вы хотите потестировать приватный метод, скорее всего, они или не приватные, вот, вам нужно сделать что-то другое, или там это можно сделать отдельным сервисом или объектом и так далее. То есть не надо тестировать, писать тесты на приватные методы, вот, используя send. Это выглядит очень, ну, прям жутковато, скажем так, честно. Вот. Как вы знаете, какие приватные методы есть? У кого? В код посмотреть? Извне? Если я правильно помню, есть, если ты делаешь, допустим, единичка, да, у единичка есть методы, которые выявляют все твои методы. И, по-моему, там, когда ты говоришь true или false, то он тебе возвращает все методы, кроме приватных. Посмотрим даже. Ruby methods. Вот. Ruby methods. Метод. Метод с методом, отлично, то, что я люблю. Нет, это такой workflow, я его не люблю. Где-то здесь. Спасибо, очень полезно, да, да, да. Наверное, это будет жить в этом, в object, я думаю, или в basic object. Метод. Может быть, basic object. Basic Object 263. Метод. Нет, значит Object. Назад. Object. Где же он живет? Метод. Во, смотри, метод. Return the list of name for public and protected methods of objects. This will include all the methods accessible of objects and sensor. If your optional parameter is false, then turns an array objects public. Значит, все-таки... А как сделать private? Может, он не вернет их private? А вот, private methods. Все было просто. Да, ты можешь вернуть private methods и так далее. Но, честно говоря, вопрос, а нафига тебе это нужно? Типа, ну вот вернул, типа, ну вот есть какие-то, зачем-то, непонятно. Вот, редко ты это будешь использовать, но такое тоже есть. Кстати, да, заметьте, что вы реально можете очень классно манипулировать там всеми этими методами, да, вы можете их там как-то брать массив, вызывать, что-то делать, вот. Из прикольного, вам уже рассказывать, как вообще работает вызов методов в Ruby сам по себе. И когда вот вы пишете там A, да, даже A, там, допустим, to S, как вот ну, TS работает вот вообще в целом. Никто не рассказывал? Вам в лекции по ОП должны были примерно об этом сказать. Да, да, да. Это рассказывали. Все вообще, как будто никто не говорил. Точно говорили? Точно? Хорошо. Я рад. Хорошо. Смотрите, у меня еще есть задачка. Мы сейчас с вами как бы манкипащили методы. Мы с вами уже там немножко типа как бы методы там, считали, изменяли. Есть еще одна история по тем, как можно методы как бы генерировать прямо на лету. Вот. И у меня есть такая странная история. Да, то есть, допустим, у нас есть такая вот классическая задача на Java, можно сказать, ну не то, что на Java, просто классическая тупая есть история. Вот. У вас есть класс WebTop, в котором есть различные параметры, там name, CPU, HDD, price, да, и у вас есть такие getter и setter, которые вот типа здесь вот как-то сгенерили, вот. Ну и потом, соответственно, вы выбираете эти getter и setter, и просто вот здесь вот у вас метод toS, который как-то еще их центрирует, и вот вы можете печатать, если вы выбираете себе там ноутбук, допустим.
Кажется, MacBook уже столько не стоит. Даже, а вот MacBook явно уже 800 будет стоить, что-нибудь такое. Вот. Суть в чем? Суть в том, что вот у вас есть большое количество здесь таких геттеров и сеттеров, которые вы как-то написали, но это выглядит как будто вот что-то, что вам не очень хочется писать, согласитесь, там прям одинаковая история. Вот. В принципе, возможно, кто-нибудь умненький из вас назовет, как это сейчас, как это должно быть Ruby в целом. Ну, как вот этого избавиться? Да, я слышал слово attr-accessor, и правильно, есть такая штука attr-accessor, да? Attr-accessor, который, вы говорите, у меня есть attr-accessor name, cpu, hdd, price. Вот это все нафиг удаляете. И это тоже удаляете. Вот. И все красиво, да? То есть работает точно так же, только стало кода примерно до хера раз меньше. В хулион раз меньше. Вот. Но кто-нибудь задумался, что такое attr-accessor в Ruby сам по себе? Ни хрена. Ну, типа, да, но ни хрена. Вот. На самом деле, все это очень просто. Я вам покажу на простом примере. Вы attr-accessor можете сделать легко сами. Это, кстати, одно из частых заданий в каких-нибудь там собеседованиях. Да? Допустим, можете сделать модуль, который назовем attr-accessible. Только назовем его не attr-accessible, а возьмем my-attr-accessible. Да? Вот. Этот модуль мы включим сюда. My attr accessible. Вот. И давайте, ну и как бы здесь вот мы сделаем такую штуку под названием my attr accessible, attr accessor. Вот. Но сейчас, конечно, не сработает, потому что мы этот метод не вызвали, не назвали. Вот. И будем так двигаться потихонечку. Мы говорим def my attr accessor. И что-то делаем. Видите, он говорит wrong number of arguments. Мы говорим arguments. Arguments. Вот, он говорит, но нам, давайте возьмем любое количество аргументов. Вот, смотрите, что-то не работает, потому что, видите, ничего не произошло, то есть вызывают на какие-то HD price и так далее. Что на самом деле делает attr-accessor? Он берет как бы ваши аргументы, делает each, да, вот, и после этого each он делает такую прикольную историю. Он делает define метод, такой тут будет, наверное, attr. То есть он использует define метод. Давайте даже сделаем, вот, даже вот реально супер просто, супер тупую херню сделаем. Мы сделаем eval, да, в котором будет делать def имя метода, который прям вставляет сюда attr, который будет возвращать вам собачка attr and у нас будет еще тут штука, которая будет приравнивать аргументы, она будет приравнивать этот аргумент. Смотрите, в принципе, все сработало, да? Сработало, нет? Нет, да? Мне кажется, или нет? Что равно? Да, спасибо большое, да. Тут было равно. Ну, в принципе, там чтение уже сработало, да, то есть у нас вот эти параметры выходятся. Давайте проверим, что это сработало. Если мы это все уберем, то же самое. Ничего не работает. Что вы врете? Потому что я тупой. Там должно быть было вот так. Мы до этого тестировали какую-то херню. Вот так вот. Define name. Вот так мы это все делаем красиво и валим. И все еще define метод local variable name. Почему? Потому что def attr name. Что он очень интересно делает. Вы помните, что я говорил, что мне, например, не тяжело, да? Ну, типа, не надо так делать. Вот это вот тяжело, не надо так делать. Почему-то attr. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Binding.pry. А, подождите, я штуплю. My attr accessor. My attr accessor. Each. Все хорошо. Binding.pry. Давайте посмотрим, какую строчку. Строчку он и валит. Потом мы строчку заевалим. Eval строка. Мне кажется, у нас есть проблема с контекстами. То есть undefined local variable up top. Did you mean name? 41 строка. А почему у меня не. Я вообще include метод туда. My attr accessible. Он вообще вызывается. Require
рай. Аркс, бах. А что, строчечка, строчечку, я хочу почитать строчечку. Биндинг, рай. Тут есть строчечка. Def name, name and def name равно arc name and. Ну, выглядит достаточно логично, да? Я думаю, что у нас есть проблема с контекстами, потому что мы, скорее всего, когда валим эту штуку, может быть, нам нужен instance eval. Бах. Нет. My utter accessible. Сейчас я подумаю секундочку. У нас есть контекст, и у нас этот eval происходит в этом случае. Да, он общается внутри. По-моему, короче, Ruby eval есть история про то, где его вызывать. Там есть биндинг, да. И вот нам нужен этот биндинг как-то здесь типа, тихонечку подмокать. Короче, я не уверен, что у меня там быстро получится это сделать с eval. Вот, я просто уже забыл, как этот контекст вызывать. То есть нам нужно взять контекст класса, ну и вызывать его таким образом. Поэтому тут есть немножко другой способ этого, это все дело обойти, с использованием такой вещи, как названием define метод. Вот, в define метод, например, такой же синтезис, только вы используете чуть более высокоуровневый DSL, и вы будете здесь использовать self against instance variable. Такая вот магия. Атер. Давайте пока уберем эту штуку. Вот так вот. И в принципе все не заработало, потому что get instance variable чё? На self не вызывается. Почему на self? Просто get instance variable. Undefined get instance variable. Я могу ошибаться, он по-другому называется. А, да, он называется instance variable get. Извиняюсь. Get. Все хорошо. Ей! Видели? Куча ошибок каких-то из-за прая. Давайте еще раз. Вот так вот. То есть, по сути, короче, что мы сделали, ну, точно такая же штука будет с методом, который делает запись. Вот так вот, да? Только там еще будет аргумент, и вы будете делать instance variable set аргумент. То есть, по сути, что мы делаем, давайте подобщимся, да, мы создали такой метод, который мы включим в наш класс, да, и мы вызываем такой верхнеуровневый myUtterAccessor, вот, который нам берет наш класс и генерирует в нем методы. То есть он генерирует методы, которые он просто итерируются по массиву, и на каждого там элемента в массиве определяет метод и так далее. Поняли идею? Поняли, нахрена это нужно? У кого есть вообще идея, дофига это нужно? Такие вот странные истории. Ну, хоть маленькую, тонюсенькую идею. Добавишь что-нибудь. Ну, логично, типа, мы же добавляем что-нибудь. Вот, на самом деле, вся эта история позволяет вам делать так называемый DSL. Если вы знаете, что такое DSL, то это название Domain Specific Language, да? Specific language. Суть DSL заключается в том, что в принципе, используя там, инструменты Ruby, да, вы можете сделать свой такой подязык программирования, который бы решал конкретную странную проблему или задачу. Вот. Чтобы не быть многословным и дать вам пример, давайте посмотрим на gem MongoDB. Да? MongoRuby driver называется он. Хотя вот там есть API MongoRuby. Вот эти вот ребята из Mongo, у них была проблема. Им нужно было сделать такой типа API для разработчиков, чтобы они могли классно брать и для Ruby как-то там типа мапить, какие у них есть поля в Mongo, какие у них там есть индексы и прочее. Да? И что они сделали? Они придумали свой DSL, который... Здесь какой-нибудь пример быстрый. Ruby JSON installation... О, Quickstart Guide. Installation Quickstart Guide. Вот, где вы можете, смотрите, вы можете взять и сделать... что такое Mongo, все знают, да? Не все? MongoDB — это нереляционная база данных.
Вот, в которые, в отличие от известных вам, наверное, возможно, SQL баз данных типа... Сейчас, секунду. Mongoid, извините, Mongoid. То есть она как бы, она типа не реляционная, значит, у нее здесь различные особенности в стиле там, она хранит JSON, там у нее немножко другой API, она не SQL-like и прочее. Вот. Но я вам сейчас пытаюсь найти MP-документацию, чтобы просто быстренько показать, в чем идея. Хоть маленький кусочек кода есть у тебя такой? Fields, document, document. Давайте сделаем страшную херню, напишем Stack Overflow. Mongoid example. Я думаю, будет проще. Mongoid random документ. Ну вот, допустим, да. Очень маленький example. Хочу побольше. Хочу побольше. Mongoid questions. Отлично. How to add class? Это polymorphization from Mongoid. Ну, то есть, да, очень классная история. То есть, видите, вы. Допустим, у вас есть база данных, у меня есть там отношения, да, то есть, допустим, в вашем вот заказе есть какое-то количество книг, да, и чтобы не придумывать какую-то там странную логику в стиле, там, вы, там, не знаю, пишете магические комментарии или там аннотации, как в Java, да, вы говорите, у меня есть, я расширяю свой класс вот такими вот модулями, то есть методами, и говорю, что у меня есть belongs to orderable. То есть он говорит, что типа моя модель принадлежит orderable, и у нее появляются какие-то свойства в стиле, там, она умеет делать там orderable create, там какие-то там ассоциации и прочее, прочее. В принципе, если посмотреть на active record, который вам, скорее всего, придется скоро смотреть точно, да, там точно такая же история. Associations. Это тоже DSL. Да, это маленький DSL, который вам позволяет делать, вот. То есть вы в active record пишете has many там, books, да, belongs to author и прочее, прочее. И это все как бы такой маленький DSL, который позволяет вам как-то оперировать какими-то вашими классами, писать какой-то код более легко. Допустим, в свое время для того, чтобы на одном проекте мы решали задачу, написали большое количество парсеров, которые парсили различные там сайты с информацией, вот. И у нас было там типа сотни парсеров, то есть, и они все были достаточно однотипны, то есть ты там типа шел на страницу, брал первую страницу, находил там пагинации, шел по этим пагинациям параллельно и прочее, прочее. Для того, чтобы не писать все время один и тот же код, мы сделали такой маленький DSL, который говорил там, первый там URL у меня входной такой-то, там здесь-то я там на каждой странице делаю какие-то действия. И прочее, прочее. В принципе, она под капотом прожевывала все это, и мог, типа, ты просто заходил, у тебя были такие классы, которые тебе нужно было вызвать там URL, что делаешь за каждой страницей, что делаешь там типа для того, чтобы найти пагинацию, там что-то еще. И у тебя была такая штука, которая решала одну задачу, парсинга вот таких однотипных сайтов. Вот. Это вот история про DSL. В принципе, за как бы за вот эту часть метапрограммирования Ruby сильно любит. То есть оно реально классно решает какие-то проблемы и задачи. Вот. Да, на самом деле, типа, вот тут, в принципе, можно много о чем говорить. Вот. Но есть еще один очень такой супер странный пример. Это уже такой из разряда. Как-то из разряда. Эзотерики. Вот. У меня почему-то класс пропал. Кто не видел, где класс пропал? Сейчас мы где-нибудь его в других курсах найдем. Секунду. Есть очень прикольная история. Это как бы, чтобы закрепить наш сегодняшний разговор, мы сейчас попробуем сделать такой небольшой экзампл. Суир курсус. Так, это, наверное, не здесь, а может здесь. Курсус. Ну, после заготовочки она почему-то пропала. Project курсус. Materials. Отлично. Где-то здесь надо что-то найти. Ищите там, где матрицы. Три. О, матрицы. Класс, Neo. Есть такой. Смотрите. У нас есть такой вот массивчик ребят, да, из матрицы. У нас есть Smith, Neo, Trinity, и там еще есть, пытается все время затесаться агент Smith. Вот. И мы должны, короче, итерироваться по этим ребятам. Если чувак Smith, то мы должны ему надрать задницу, если нет, то тебе дать конфетку. Вот. Ну и вот нам нужно такой класс реализовать. Все довольно просто, мы прямо здесь его реализуем. У нас есть класс person, который у нас есть, в котором есть имя, да, а который у нас есть конструктор, вот, который прилетает имя. У нас есть author, reader, имя. Здесь мы имя сохраняем в переменную.
Вот, потом у нас есть Смит, который нам должен вернуть, если имя. Давайте регулярку используем Смит, да. Вот так вот. Я думаю, примерно такая история. Все, смотрите, дали Смиту конфетку, все плохо. Почему? Потому что case incentive. Все, надрали Смиту задницу, конфетку, Смиту задницу, Смит, все хорошо. Вот. Но тут приходит заказчик и говорит: чуваки, что-то мне не очень нравится, что вы написали. Давайте сделаем по-другому, что типа, если у нас чувак не Смит, ты дадим ему конфетку, иначе надрем ему задницу. Видите, что я сделал? Я говорю, я сделал guy, not Smit. И нам нужно сейчас придумать с вами такое типа решение, которое бы вот, как бы вот эту задачу решило. Вот. То есть вы можете вызывать. То есть фактически вам нужно сделать такое типа решение, чтобы вы могли вызывать у любого класса not, и он то, что вот дальше вызовется, оно типа взяло и инвертировало. Поняли идею? Как будем решать? Спасибо. Но заказчик как бы типа не спрашивает, он говорит: чувак, вот, guy not Smith мне нравится, типа я код пишу, мне хочу, сделай. Guy, там not is deletion, типа, конечно, ну типа, ну это же классно, ты же можешь такое сделать. Наша задача сегодня не утилитарная, а академическая, то есть можем ли мы такое сделать и как. И вот то, что вот я вам сегодня до этого рассказывал целых там почти час, вот, вот там сейчас все пригодится. Ну, давайте, накидывайте идеи, какие у вас есть идеи, как это сделать. Молчание было в ответ. Ну? Так, это метод, уже хорошо. Что делает метод? Ну, то есть, чтобы понимали задачу, то есть мы также должны сделать что-нибудь типа, у нас есть, допустим, один even, да? Вот, у вас вот not там потерялся, пока что not закомментил. У нас есть вот один even, и мы нужно сделать один not even, и оно должно вернуть вам false. Ты понимаете идею, да? А? Fix namuli. Куда точно можно добавить, чтобы везде появилось? Можно basic, давай в object добавим. Basic object обычно. Собственно говоря, basic object и object разделение появилось для того, чтобы вот basic object типа ничего не добавлять никогда, а вот object ты можешь что-нибудь такое пересунуть смешное, чтобы типа делать. Это одна из этих. Хорошо, у нас появился метод not, да? Вот, который все время возвращает типа true. Ну, давайте вот типа там вернем true, проверим, что все работает. Будет работать? Ну, типа, срабатывать, ошибку не выкинет, да? Не будет, потому что он, типа, не может вызвать, извините, сейчас я там, не может вызвать Smith у метода true. Поняли идею? То есть, типа, он пытается вот вернуть true, пытается вызвать у него Smith, там нет true, он такой, типа, что делать? Что делаем дальше? Что нам нужно здесь делать такое? Вы объект, хорошо. То есть мы говорим self. Ну, сам у себя вызвал. Сам себя. Правильно? Ну, в принципе, срабатывать будет, только типа не работает. Видишь, там типа дали Смиту конфетку, а кому-то назвали. Почему new? Neo же. А Neo надрали задницу. Нам как бы нужно как-то что-то здесь инвертировать, правильно? Хорошо, что делаем дальше? Тут, кстати, есть одна штука, которую я вам не сказал, и наверное, вы из нее не сможете, но мы попытаемся. Что нужно сделать? Аргументы. Не совсем. Ну давайте, где ваша фантазия? Ву, хорош, практически, да. Есть такая интересная штука в Ruby, которую вам, скорее всего, рассказали на ОП, да? Это метод missing. Когда ли вам про метод missing? Одному еще когда ли, всем остальным нет. Кто слышал про метод missing в Ruby? Рассказывали, что он делает?
Все верно. Когда вызывается метод по цепочке, как только он доходит до верха, и там метод не нашелся в базе Objects.d, то он идет обратно, и у каждого метода, объекта вызывает метод missing, спрашивая, может, ты как-нибудь что-нибудь придумаешь, чтобы его найти? Вот. И эту штуку можно прикольно использовать. Да? Допустим, мы можем сделать какой-нибудь класс под названием not, вот, в котором мы запустим initialize, в котором мы сохраним типа оригинальный объект. Я это немножко уже за вас решаю дело. Object. Вот. И вот здесь, когда у меня будет метод missing, да? Там, по-моему, name, args, block, чтобы все было прям хорошо. Вот. И этот класс я вот сделал вот так вот здесь. Давайте, скажите мне, что сейчас надо сделать, чтобы все работало. Так. Еще раз. Other object? Еще раз. Куда? Так. Для чего? А, ты имеешь вот здесь? Как хочешь. Типа это самая денежка религия. Можно так сделать. Вообще, я рекомендую делать так. Почему? Потому что таким образом ты как бы типа всегда обращаешься к полю класса через внешний интерфейс, нежели через дневную триангу. Типа, то есть, самое главное, можно здесь сделать было как вот так. Да? Так и вот так. Вот. В принципе, приучай себя к хорошему, делай все время вот так. Поэтому ты прав. Замечание хорошее. Но никак не помогает нам решить проблему. Ну, что сделать надо? Осталась одна строчка кода. Давайте мы ее напишем вместе. Ну, смотрите, у нас есть метод missing, да? Что он делает? Он вызывается, когда метод не нашелся. У нас есть объект класса not, который вот там возвращается, что-то с ним происходит, да? То есть мы как бы возвращаем этот not, объект класса not, и на нем что-то пытаемся вызывать. Нам нужно, чтобы not все время сделал обратное инвертирование, то есть отрицание того, что вернулось. Да. Ты хочешь так написать или что? Что такое? Тут не self, понимаешь? Тут же суть в том, что типа мы же вот в этот. Да, что там говорят? Empty? Ну хочешь, реализуем. Guy not Smith, да. Smith реализован в классе Person. Почти, знаете, просто вы, наверное, не понимаете, что у нас тут происходит, да? Почти все. Давайте еще раз я вас проведу. Смотрите. Поставим точку здесь. Точку здесь. Точку здесь. Точку здесь. И точку здесь. False там? Нет. Смотри. Тренируемся по ребятам. У нас залетает сюда чье-то имя, да? Точнее, там чувачок залетает, person. Вот. Вот в этом имени мы называем guy not. Not, на самом деле, вызывает нас метод not, который мы били вот здесь вот. Self в данном случае будет класс person, да, которым есть имя Smith. Вот эта штука, она как бы оборачивает собой этот класс. Вот. Этот класс попадает в класс... Это Neo, что ли? Куда мы зашли? А, это мы зашли в класс... А что, все пропало? А, это не тут, извините. Это зашли мы в класс not, да? Да. Вот. И в этом классе not, вот наш класс not, внутри у него есть object, и вам пришел какой-то метод, который называется Smith. Давайте, соедините 2 плюс 2. Я знаю, что вы умненькие. Тут прям осталось чуть-чуть. Object. Точка name. Нет, это не name. Давай. Smith реализован на объекте. Объект — это класс person. Хорошо, Smith.
Чему? Не, вообще будет работать, все хорошо. Но не будет работать идея. Смотри. Ладно, давайте постепенно двигаться. Беремся обратно, напишем здесь object.smith, да? Восклицательный знак. Сейчас удалим все building pry. Вот. В принципе, ничего не работает. Undefined Smith for integer. Да. Undefined метод Smith for integer, видишь, потому что not тут integer. Понимаешь идею? Вот тут-то оно работает, а тут-то нет. Обобщить. Хорошо, как обобщить? Да, send. И там еще есть имя. И вот так все будет работать. Видите, у нас типа один точетное число, а все остальное сделалось вот так вот. Вот. Я знаю, многие из вас просто думают себе нахрена. Вот. Вопрос, ответ, потому что мы можем. Вот. Но, по-моему, это очень классный как бы, такой пример, как можно сделать очень странно, красиво и непонятно. Да? Это такой, типа, мотатиски о том, как какому-то виду искусства. Вот. На самом деле, в тестах Ruby в какой-то момент времени были такие истории. Вы могли написать что-то типа один should там equal 2, что-то такое. Можно было написать should, по-моему, should not equal 2. Там примерно так было, примерно такой был синтез, короче. И ну, оно выглядело красиво. Поэтому вот такие вот инструменты языка, так их можно применять. Старайтесь не применять метод программирования во время курсов разработки, только если, скорее всего, вам придется что-то поддебажить, посмотреть, или же там просто поиграться с этим. На этом, наверное, все. Какие вопросы у вас есть по методу программирования? Никаких? Один вопрос, что это было, да? Хорошо, ладно. Все, ребята, давайте.